Первое, что мы увидели, войдя в здание завода «Оксанат Инжиниринг», это большой аквариум с рыбой. Подошли поближе, рассмотреть, так сказать, познакомиться. Наша съемочная группа тоже вызвала интерес у обитателей аквариума. Только не как персонали, рыбины просто ждали, когда их покормят. Итак, знакомьтесь, тиляпия – род семейства цихлиды. Рыбка прожорливая, в народе еще ее называют мусорная рыбка. А все потому, что ест все подряд, за что, собственно, она и полюбилась китайцам. Второе название – речная курица. Тиляпия – теплолюбивая рыба. Она интересна тем, что у нее эффект роста при температуре от 24 до 27. Быстро растет. И здесь интересно еще тем, что человеческий фактор как бы не влияет на размножение этой рыбы. Стоит отметить, что особи этого вида способны образовывать крепкие пары. И еще один не менее интересный факт. Самка свою икру и мальков вынашивает во рту вплоть до месяца. Отличить самку от самца очень легко. У самок имеется характерный румянец. Ну, не дать не взять. Дама застеснялась. Вот, кстати, перед вами она, та самая стеснительная особа. Называют ее африканский карась. Но тем, что еще она интересна, она, ну, в мире она сейчас занимает на данный момент второе место по выращиванию. Первое – это у нас карп, второе – тиляпия. Как бы за ней будущее есть. Большую популярность тиляпия завоевала благодаря своим вкусовым качествам. Ее мясо очень нежное, содержит мало жиров и богато белком, не имеет ярко выраженного рыбного запаха. Хозяйки же и повара ценят ее за то, что в ней отсутствуют мелкие опасные косточки. И сотрудники компании надеются, что и нашим гурманам рыбка придется по вкусу.